И мы продолжаем выпуск. Пятеро украинских моряков вернулись на родину после 6-месячного заключения. В декабре танкер «Си-Шарк» задержал военно-морской флот Египта. Под арестом оказался 31 член экипажа, в том числе 17 украинцев. Самый тяжелый период был, когда экипаж разбили по группам и закрыли уже помещение, не дали свободного перемещения по судну и начали уже такое применять силу. Я хочу сказать, что я уже больше 20 лет нахожусь в море, это мой хлеб, но такого беспредела, честно говоря, вот первый раз встречал в своей практике. Но такого отношения, такой наглости, беспардонности, я, честно говоря, был в шоке. По словам членов экипажа, танкер «Си-Шарк» был задержан из-за непреднамеренного и случайного захода в территориальные воды Египта. Предъявлен иск для пересечения границы на 56 миллионов долларов, которые должен теперь заплатить судовладелец. Нас частично некоторых забрали по каютам, но возле каждой каюты стоял военный с оружием. У нас бывали моменты, когда нам запрещали привозить топливо на судно, и из-за этого нам приходилось на время отключать свет и сидеть полностью без электричества. А если вы знаете, на судне, когда нет электричества, нельзя использовать холодильники, из-за этого портится провизия. Из-за этого у нас иногда бывало гнилые там фрукты какие-то, гнилые продукты, которые либо приходилось выкидывать, либо там доедать, те же бананы, которые еще можно использовать. Еще четверо украинцев вернутся домой в ближайшее время. Капитан Виталий Нестеренко и еще 8 моряков пока находятся на военной базе в порту Айн-Сахна, неподалеку от Каира.